об этой конференции. Но это, я, к сожалению, не участвовал в первой конференции, но я думаю, что это очень интересное начинание. Главным образом потому, что сюда приезжают ученые самых разных направлений, в том числе разных направлений в химии. И вот такая возможность выступить на конференции, представить свое направление, изучить новое, очень полезно в настоящее время. С точки зрения конвергенции наук, с точки зрения совместного решения интересных проблем. Александр, есть ли какие-то темы, которые уже здесь обсуждались, и вы их, возможно, заслышали, которые вы хотели бы увидеть? Я бы хотел увидеть мою собственную тему, а именно вычислительного моделирования, которое решает многие растущие наборы проблем и помогает как раз интегрировать науки разные направления. Насколько оправдало ваше ожидание проведения конференции именно в стенах Казанского федерального университета? Ну, я не первый раз далеко не первый раз в Казани. И работаю с группой на химфаке здесь. Я думаю, что это замечательное совершенно место. И то обстоятельство, что мы эту конференцию проводим, эту секцию проводим в новом здании, в новом красивом светлом здании, это показывает, насколько для Казани важна химия, насколько для Казани важно это направление. Ваше общее впечатление о Казанском федеральном университете? Самое положительное. Я с большим удовольствием приезжаю в Казань каждый раз. И опять-таки то, что продолжается строительство, то, что приходят новые ребята умные, и с ними есть возможность пообщаться, может быть, начать сотрудничество. В общем, самое положительное.